Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, спасибо. Рада видеть вас. Да, взаимно. Да. Хорошая возможность поговорить о самом наболевшем, о самых важных проблемах. Знаете, вспоминала прошлый наш с вами эфир. Да. И он для меня остался тем эфиром, когда вы, в январе это было, когда вы прогнозировали ситуацию на будущее. И вот вы прям сказали, в феврале нужно ждать акции протеста, которые неизвестно во что перерастут, что будет очень, значит, напряженная ситуация. Все правда ведь? Ну, я не знаю. Я плохой прогнозист, я должен признаться, но... Какая-то интуиция есть. Живя в этом обществе, наблюдая за то, что происходит, читая результаты опросов общественного мнения, конечно, можно сделать представление о том, что происходит и чего ожидать. То есть я говорю вам то, что я ожидаю. Мне любопытно узнать, чего вы ожидаете от этой предвыборной кампании. От этой предвыборной кампании? Ну, да. Когда вот говорят об этой предвыборной кампании, я вспоминаю песенку, помните? Выборы, выборы, кандидаты, не герои. Надо. Герои, да. Да. Герои, вот. Ну что ж, вот мы в такой ситуации. Естественно, эти выборы, они были, ну, скажем так, непрогнозируемые. Так случилось. 4 марта мы узнали, что вот... Жили неправильно, да, все, да, эти годы. Да, 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 что жили неправильно, да. Вот, и что у нас будут выборы. И тогда стало понятно, что это очень хороший, скажем так, хорошая возможность для властей всю энергию пустить в свисток. Да, вот, вот началась предвыборная кампания. Сразу люди, которые активно протестовали, я имею в виду лидеров протестов, они окунулись вот в избирательный процесс. И с марта месяца до сих пор мы как бы находимся в преддверии события. Вот. Мы живем с ожиданием. Кто-то живет с ожиданием, что эта система, ну, прогнившая, вот, мы от нее избавимся. Кто-то, наоборот, говорит, что ну, всю гниль якобы нынешние власти скальпелем убирают, и то, что осталось здоровым от того, что было на протяжении 7 лет, вот возрождается и дает новую надежду нашей стране. Вот. Естественно, я свою позицию как гражданин обозначаю очень, очень четко, ясно. Очень ясно. 7 лет это было предостаточно для того, чтобы доказать, на что они способны. Я полагаю, что нам нужны серьезные изменения в обществе. А вот если мне бы задали такой вопрос, что я думаю по этой предвыборной кампании, я бы ответила прежде всего, наверное, так. Некреативная она какая-то, знаете. Вот ничего такого экстра, не знаю, ну, по крайней мере, затрагивающего, да, вот умы и сердца избирателей, я пока особо не вижу. Слоганы передирают, не стесняясь, причем, да, вот, и только как-то вот критикуют друг друга, и вот уровень этой критики, как правило, зависит от состояния общей культуры людей. Вот я, например, это вижу. Я могу высказать свое мнение. Я думаю, что у вас пресыщение тем, что происходит. Потому что, если мы вспомним, ровно год тому назад, ну, в августе, была статья господина Ягланда, да, генерального секретаря Совета Европы, который сказал... О захваченном государстве? Да, о том, что у нас захваченное государство. То есть мы уже как-то привыкли, что живем в этом захваченном государстве, что умные, очень умные дядьки прибрали власть к рукам, очень крепко держится за эту власть. Люди, они не глупые, надо признать. Я даже для себя пытался найти, ну, такое емкое определение, короткое, ну, что у нас происходит. Я пришел к выводу, что у нас с вами, в нашей стране, у власти находится человек, который является гениальным, вообще говоря,
И то, что ему удается, это пороки, людские, общественные, вот, превращать в свою силу. Вот, его формула была озвучена ровно год тому назад господином Валерием Стрельцом, который тогда был премьер-министром, и который поведал нам, что по телефону координатор ему сказал, что не суть важно, что дьявол черный, а суть важно, что ангелы не совсем белые. Это означает, что пороки, мелкие пороки людей можно с выгодой конвертировать в большую, скажем так, силу для тех, которые вот захватили эту власть в Республике Молдова. Вот мы живем в этом состоянии. Я полагаю, что после 25 лет независимости Республики Молдова мы должны накопить опыт, и для себя самый главный опыт, который я сейчас осваиваю, это что надо перестать деликатничать. Вот просто надо по-граждански выражать свою точку зрения, невзирая на лица. Вы же понимаете, страна очень маленькая, мы почти все знакомы друг с другом. Мы, как нормальные люди, хотим, чтобы у нас были нормальные отношения. Да, приятно встречаться на улице с человеком, поздороваться, спросить, как дела, там, поболтать. Но вот видите, случилось нечто. Я имею в виду захват государства и государственных институтов. Для меня это вопрос не досужих размышлений. Я человек, который добился, вот у господина Гимпа я вырвал вот этот документ секретный, на основании которого вот наши проевропейцы, институты правоохранительные и регламентирующие, просто поделили между собой и использовали их в качестве инструментов, рычагов для личного и кланового обогащения. Вот. Ноябрь 2011 год для меня вот точка отчета. С той поры я считаю, что я как гражданин, я не могу больше себе позволить деликатничать с людьми, которые участвовали в этом процессе. И мы это узнали, подтверждение, это парламентское заседание вот 7 мая 2015 года, когда нам руководители очень важных ведомств и органов Республики Молдова подтвердили, что весь процесс кражи миллиарда они мониторизировали. У меня, как у гражданина, возник вопрос, почему не прервали? Вот. На этот вопрос у меня есть ответ. Этот ответ уже известен всем, потому что вот, сами участвовали. Да. Поэтому, когда вы говорите, что все ну, пресыщено, вот это, я до некоторой степени вас понимаю, но я вам хочу сказать, что эта борьба уже длится ну, достаточно долго, поэтому мы к ней привыкли, и мы пока не видим фейерверков. Если кого-то снимут с выборов, вот у нас будет новый фейерверк. Ну, знаете, я не могу сказать, что дело здесь в пресыщенности. Я бы хотела, чтобы была борьба, знаете, у конкурентов, да, чтобы была борьба идей, чтобы была борьба концепций, чтобы мы понимали, что вот этот человек, значит, возглавит Республику Молдова. Но я для себя, например, не могу понять, в этой кампании люди будут голосовать за личность, за партию, за идею, за что они будут голосовать? С моей точки зрения, люди будут голосовать, ну, это, скажем так, симбиоз. А направление, есть 5 направлений. Я уверен, что люди воспринимают адекватно ситуацию. Есть 5 направлений. Есть евразийское направление, есть лидер этого направления, господин Дадон. Да, есть унионистское направление, есть лидер этого направления, или там два кандидата. Лидеров, да. Нет, ну, два кандидата, два осталось, кандидата. Осталось господин Гимп, да. И госпожа Гуцу. Есть проевропейское направление тех, которые руководят нами уже 7 лет и довели страну до, знаете, до чего. Да? Угу. Есть личность, которая вот во главе всего этого, господин Мариан Лупу. А за спиной у него главный координатор вот этого направления. Да? Есть альтернативное проевропейское движение, которое говорят, ребят, глупость говорит о европейской интеграции, когда у нас захвачен институт. Европейская интеграция начинается с копенгагенских критериев. Да? Независимые демократические институты, функционирующие, независимая, скажем так, ну, функционирующая рыночная экономика и
скажем так, потенциал для ассимилирования то, что называется acquis communautaire, то есть законодательство. У нас этого нет. После 7 лет правления, ну и смотрите, у нас 5 лет проводится реформа юстиции. В этом году, в декабре, заканчивается срок реформы. И мы сейчас, во время избирательной кампании, узнаем, что у нас в юстиции среди судей есть организованная криминальная группа. И она составляет примерно 5%. Но если это правда, то мы можем себе сказать, слушайте, но если есть одна группа, почему бы не предположить, что есть и другие группы? Ведь система способствовала этому. И система способствовала этому, начиная с того момента, когда наши политики, так называемые проевропейские, разделили между собой вот органы правоохранительные и регламентирующие. Смотрите, что в аудиовизуале. Мы говорим о деконцентрации, демонополизации, но это нам говорят, ну, знаете, когда истекут вот, это, вот эти лицензии, то есть... У этих владельцев, слушайте, да, каналов. Мне это кажется, ну, несерьезно. Ну, знаете, я вот думаю о вашем таком сравнении. Вы процитировали, да, что потому что остальные не такие уж белые. Ну, когда вы говорили о том, что нет, да, это руководители, точка зрения, это точка зрения координатора. Очень талантливого человека. Я повторю, чтобы было понятно. Я считаю этого человека исключительно талантливым, но его талант направлен на то, чтобы пороки, даже мелкие пороки наших сограждан, вот, превратить в, скажем так, в собственную силу. Поэтому он и говорит, что не суть важно, что дьявол. Можете вы меня там... вот это представлять как человека совершенно негативного, но я вот настолько талантлив, что вот мелкие пороки людей, стяжательство, там, страх, я не знаю, что, я превращаю в свою выгоду. Хорошо, и люди поддаются. Я поняла, да. Берем ситуацию с правыми. Какие такие пороки использует господин Плохотнюк, что мы уже очень давно являемся свидетелями сериала под названием «Майя Санду» или «Андрей Настасов»? А как раз эти люди не поддаются вот этой формуле, потому что пороки правых, они проявились, когда половина фракции ЛДПМ просто перешла на сторону господина координатора. Вот, а как вам такой порок, что каждый из них, и он, и она, непосредственно столь честолюбивы, что не хотят уступить лидерство другому? Разве не об этом? Это порок, быть честолюбивым. Ну, вот я спросила вас. Знаете, есть больное честолюбие, есть конечно, здоровое. Конечно, мы знаем в данной ситуации, 7 смертельных грехов, мы знаем из Библии. Так что вот эти 7 смертельных грехов, вот из них можно вот извлечь выгоду. Еще как. Вот и это происходит. А если мы от образности перейдем все-таки к, вот, к анализу ситуации с правыми, все-таки договорятся или нет, с вашей точки зрения? Ну, я полагаю, что... Ну, я участвовал неделю назад. Да, поэтому вопрос к вам не случайен. Что... Я не знаю. Я полагаю, что они все-таки договорятся, потому что они разумные люди. Они понимают, что если они оба до конца пойдут, то оба будут проигравшими. А если кто-то уступит, то оба выиграют. Ну, это зависит от того, как они смогут аргументировать вот такое поведение, уступка. Тот, который уступает, может быть даже тот, более... Тот, который уступает, его у нас не более... понимают. Нет. Ну, все зависит от того, как, если они, уступая, останутся в тандеме и будут вместе выступать, люди соображают. Ну, я слушаю радио, да. Когда сейчас сельхозработа, там виноградник, виноград собираем, да, вино делаем. И пока там работаешь, слушаешь радио, мнение людей, ну, то люди у нас разумные. Я поражаюсь, насколько разумно говорят люди, когда они вот в прямом эфире там высказывают точку зрения. Поэтому я полагаю, что не все потеряно. То есть они могут договориться, и это очень важно. И очень важно для нашего общества, потому что, смотрите... Прямо для общества, вы считаете? Для общества. Почему? Да, я объясню. Смотрите левый фланг.
Там угу. полное преобразование. Была партия коммунистов, монополист, который на протяжении почти 20 лет контролировал левый фланг. Сейчас там полное преобразование. Новая, ну, партия новые старая, силы, да, да, но новый лидер. И там уже два лидера, которые конкурируют между собой. Это неплохо, потому что они должны, скажем так, дышать друг другу в затылке. Между ними должна быть нормальная политическая борьба, лояльная до некоторой степени, но она должна происходить. И там уже мы видим двух достаточно молодых политических лидеров с очень хорошей смекалкой. Оба. А то, что Дмитрий Чубашенко примкнул к партии Ренату, он ее облагораживает. Потому что Дима, вот я с уважением отношусь к нему как к журналисту и просто к хорошему человеку. Да? Несмотря на то, что он очень много раз... Просто ну, его статьи были, скажем так, несправедливыми. Это очень личное, скажем так. Но это не меняет мое... Я догадаюсь сейчас, это касается евроинтеграции? Евроинтеграции, вот когда мы протестовали, я вам скажу, да, он был уверен, что это проект Госдепа. Сейчас он может убедиться, он убедился точно, что наш протест не был проектом Госдепа. Вот в марте месяце, в апреле месяце, в мае месяце, в прошлом году он был уверен, что это Госдеп здесь проворачивает какую-то революцию. Сейчас он, можно сказать так... Сейчас да, ставленница Госдепа конкретно Майя Саадов. Это очень личное, скажем так. Но я говорю, да. что вернемся к преобразованию политического спектра. Вот на левом фланге все случилось. Теперь на, скажем так, на унионистском фланге, правом, там тоже происходит преобразование. Там появилась Дряпта, которая вот зарегистрировалась. Там появились молодежные организации, которые говорят, вот старые лидеры, они на протяжении 25 лет доказали, что да, они, возможно, они искренние унионисты, но свою эффективность они не могли проявить, доказать. Поэтому молодежь унионистская сейчас начинает новые проекты. То есть это очень серьезный, скажем так, сигнал. Я не знаю, добьются они успеха или нет. Здесь очень, очень важно уловить суть. Когда молодые унионисты говорят, что через два года будет униря, а в это же самое время румынский истеблишмент начинает разрабатывать долгосрочную стратегию по отношению к Республике Молдова, это, ну, вы же понимаете, что долгосрочная стратегия – это ни в коем разе не полагает, что через два года произойдет униря. Да? И только сейчас истеблишмент в Румынии признает, что на протяжении 25 лет у них по отношению к Республике Молдова вообще не было никакой стратегии. То есть только сейчас они начинают думать, что же делать. На границе Евросоюза находится родственное, можно сказать так, общество, государство. Но там уже происходят очень серьезные... А мне кажется, не суть важно, что происходит там. Мне кажется, что по этому поводу будут обществе. Думать супердержавы. Да, согласен с вами. Это... Теперь переходим на центр. ЛДПМ просто исчезла. Исчезла, да? ЛДПМ, да. С моей точки зрения, я бы все-таки их правее отделила. Я бы не совсем считала их центром. Они просто исчезли. Ну да, исчезли, уже не важно, да? И на их пространстве две политические партии, которые сейчас проявляются, да? Это партия Майи Санду и партия Андрея Анастаси. Посмотрим, что из этого. Но это новые политические проекты. И остается демократическая партия, которая только месяц или два месяца тому назад почесала затылок и сказала, слушайте, везде, на всех сегментах происходит обновление политического класса. Давайте-ка мы тоже проявим инициативу и объявим о том, что мы являемся флагманами, то есть будучи последними, которые об этом подумали, являемся флагманами изменения политического класса. Очень интересно. Но здесь к ним вопрос, а с кем вы хотите менять политический класс? Марьян Ильич в политике, скажем, в правительственных структурах со дня независимости Республики Молдова, 25 лет, последние 15 лет, он находится в высших эшелонах власти. Это что, новый политик? И всегда был при власти.
Это очень интересно. Потом, как вы обновляетесь? Через троссеизм, через конвертацию, пол фракции ЛДПМ, две трети фракции коммунистов. То есть вы занимаетесь просто, скажем так, рэкетом политическим, если можно так выразиться. Примары, сотни примаров переходят. Туда. Это что, обновление политического класса? Вот с этой точки зрения у нас происходит очень интересное событие, очень интересное. И почему между Демократической партией и новоявленными проевропейскими силами происходит вот эта борьба? Потому что вот эти новые политические силы говорят, вы устарели. И вообще, 7 лет у власти вы доказали, на что вы способны. Уступите место. Европейская интеграция не может проводиться вот такими методами, какими вы проводили ее на протяжении последних 7 лет. И вообще, зачем государству и обществу нужен координатор? Он вне институтов, а нам-то нужны европейские институты. То есть здесь множество проблем, которые должны обсуждаться. Вот это избирательная кампания. Сколько осталось? 3 недели, да? Эти идеи активно уже они были озвучены, мы привыкли к ним, поэтому у вас создалось впечатление, что ничего интересного не происходит. Нет, я нахожу вопросы, на которые мучительно ищу ответы. Вы заговорили о власти, пытаюсь ответить на вопрос. Как может так резко вырасти рейтинг кандидата от партии власти, речь идет о Мариане Ильиче Лупу, в то время, когда правительство принимает такие непопулярные решения? Я сейчас говорю о тех самых законах, да, которые превратили в госдолг. Значит, эту кражу, и мы будем выплачивать все вместе. Смотрите, тарифы у нас повышаются, значит, такие решения вот принимаются. Рейтинг кандидата от власти растет. Людмила, да. Разве это не нормальный вопрос? Но вы же понимаете, что у этого роста есть предел. То есть этот рост асимптотически приближается к уровню насыщения. Все. Они все свои ресурсы бросили, начиная с мая месяца. Все. И вот рейтинг, вы меня извините, есть цифры, есть цифры. Если рейтинг с 2-3% поднялся до 12, то это смешно. Понимаете? Потому что, все, больше нет роста. Если то вы посмотрите... Секундочку, вы верите, что действительно есть этот рост? Конечно. Это не приписки, не какие-то... 4-5 телевидений с национальным покрытием, да это даже мертвецов можно вот это заставить... Хорошо, о мертвецах не спрошу, спрошу об их электорате. Кто сегодня электорат ДПМ? Кто эти люди, которые вообще Людмила, не понимают, Давайте, чем они начали кампанию? Счастливое Пасха для каждого, да? То есть в каждом населенном пункте, где есть примария, то есть 900, они сами объявили, они кичились этим. 900 команд, у нас 900 примарий, да? Распределяли гуманитарку своего рода, да? Кошелку Мерини, то есть подарки пасхальные. Вот. Там Сережа Сырбо ходил вот это ворота краской вот это, обновлял, вот это камни вот, переставлял в огороде у кого-то там и так далее и тому подобное. Мы это все видели, да. Потом господин Плохотнюк со своей фундацией, там какие-то детские площадки и так далее, и тому подобное, подарки молодым мамам вот делал. Было такое, да. Да. Но вы знаете, Людмила, я 25 лет, ну не 25, я вот это, 23 года, я занимаюсь выборами. Все эти технологии, которые они используют, они хорошо изучены, они даже не способны что-то новое придумать. То есть вы сейчас так берете и по Десту зачеркиваете? Не профессионалы, да? Нет. Я не могу сказать, что... Нет, они делают все профессионально. Они делают профессионально, но ситуация настолько... Мне кажется, что просто не для нашей страны. Нет, почему? Это для нашей потому страны. Потому что вот эти лозунги... хорошо, господин Бацан, вы же человек, с которым я в свое время тоже советовалась по поводу слоганов. Значит, вместе сильнее.
Вместе как? Сильнее, для Молдовы. Вместе. Для Молдовы Лупо и Гемпу вместе сильнее. Да, но они же Лупо, Гемпу, Решетников и кто там, вот это, от либерал-демократов, да, вместе они сильнее. Ну, так же люди, но народ... ну, так же они людям не объясняют. Народ слышит что-то такое, думает, ну, кто с кем, Господи, вместе, почему сильнее. Людмила, я вам скажу такую вещь. Вот, и то же самое слушаю, слышу, решаю. Тоже передрали, ну, так, передрали у Блэра, да. Передрали, конечно, как Филат передрал у американцев на Интину на пой. Да, forward, no, обамовская. Not bad, да. Да, они этим занимаются, поэтому да, технологически они работают. Но когда я вижу, слышу, не решаю это все, мы видим, как они решают. Вот. Но я слышу и слушаю. Вот я говорю, ну что, ты старший брат, это что? Ты нам даешь понять, что все под контролем, да? Ты слушаешь наши телефоны, может быть. Ну вот видите, даже вы этого не понимаете, да. Ну, хотя как? Вы понимаете, я же, да, посыл, вроде потому, как. Потому что, ну извините, люди, которые 7 лет находятся у власти, понимаете, моя гражданская позиция такая. Я наблюдатель за выборами, но у меня четкая позиция. Те, которые уже были у власти и наобещали много, а сначала с них надо спрос. Стребовать. Да, стребовать. Господин Лупо, а где миллиард долларов инвестиций каждый год? Где поднятие каждый год пенсии на 25%? И не просто на 25%, а после индексации по уровню инфляции. Где скоростная железная дорога Кишинев-Бухарест, Кишинев-Киев? Где? Люди на железной дороге не получают зарплату, они протестуют. Это же были ваши обещания. Как же так? Как же вы сейчас говорите, я слушаю, слышу и решаю. Угу. Что вы решаете? Вы уже, у вас было 7 лет. Нет, они нам говорят, ну, Филат был плохой. Ну, подождите, Филат один из вас. Вы вместе подписывали секретные документы. То, что вы его сделали козлом отпущения, ну, это мы понимаем. Да. И это даже неблагородно с вашей точки зрения, потому что в январе вы с Филатом, Марьяной Ильич, вместе говорили нам, что вы берете ответственность за страну, вы, Лупу и Филат, берете ответственность за страну. А 15 октября Филат к вам обратился. Как же так, Марьян? Мы вчера о чем-то договаривались, а сегодня ты ведешь себя по-другому. Это о чем говорит? Я думаю, что как граждане мы должны напомнить, и этим лидерам, и нашим согражданам, что, слушайте, давайте мы будем не предвзятыми к новыми кандидатами, но к старым. Давайте же все-таки предъявим счет. Потому что по-другому, ну, это же чистый обман. Я не знаю, вот ваши рассуждения, мне кажется, что являются все-таки без обид. Хорошо? Ну, да, для ради наших Бога, избирателей они слишком высокая материя, поверьте. Я люди, не думаю. Люди рассуждают, Я видел результат последнего опроса общественного мнения, который опубликовал Республиканский международный институт. Так, Соединенных Штатов. И какой там рейтинг у Марьяна Ильича? И сколько у него? Ну, сколько? 12%. Да. Ну и что? Да. То есть, Извините, но извините, 12 у CBS AXA, 12 у IRI, 12 у вот этой компании из Академии наук. Социологи, это означает, там, да, что все, мы пришли к асимптотическому пределу, к насыщенности, больше не набирает. А если вы посмотрите в этом опросе общественного мнения, 70% хотят досрочные парламентские выборы, 90% считают, что власть работает на политические кланы, а не на народ. Откуда возьмется рост от этого, от этой асимптоты? А я вам отвечу, откуда возьмется рост. Я тоже знаю. Вы тоже знаете. Да, конечно, конечно. Тогда зачем мы сейчас будем выйти? Не, но мы должны, причем мы должны сказать, скажем так, демократическим проевропейцам, что, ребята, не надо врать. Критерии, копенгагенские критерии, это без них никуда. Вы 7 лет у власти. Пока мы не увидим деполитизацию института власти, вы с этого должны начать. Сначала покажите нам, что вы не держитесь за регламентирующие институты, за институты правоохранительные, как за рычагов, которыми вы решаете свои проблемы. Вот покажите нам это, что вы решаете эту проблему. Я, возможно,
почешу затылок и скажу, ну это вы почешете, да. Не все почешут тот самый затылок. Знаете как, власть себя ведет так, как позволяем себе мы, избиратели, но еще и позволяют те люди, которых мы называем наши партнеры. Да. Под нашими партнерами мы подразумеваем европейцев с их институтами и американцев. Вот вы знаете, для меня, например, это очень хороший вопрос. На этих выборах вот вы не можете не ощущать поддержку этой власти именно европейскими и американскими структурами? Я с вами не соглашусь. Поясняйте. Я поясняю. Значит, наши партнеры по развитию говорят следующее. Это мои выводы. Слушайте, дестабилизировано... практически вся зона, да, Турция дестабилизирована, Украина дестабилизирована, Молдова дестабилизирована, Европейский Союз дестабилизирован, вот эти миграционные. Еще какая-то новая головная боль, даже в маленькой стране, как Молдова, никому не нужна. А здесь головная боль может, в маленькой стране может быть просто огромной. Потому что европейцы нам говорят, ребята, мы хотели с вами сотрудничать, потому что вы были для нас источником проблем. Вот это торговля людьми, торговля людскими органами, торговля, вот это трафик наркотиков, ну помним, трафик вот, мелкого оружия. Много, да, поэтому мы инвестировали в вас для того, чтобы вы подняли ваши институты, чтобы вы стали нашими хорошими соседями. А и вы ничего этого не сделали, и потом, секундочку, потом, когда вы ничего не сделали, мы признали, что вы все у народа украли, что вы с заданиями не справились. Потом, когда вы приезжаете к нам в Америку, мы говорим, какие у вас реформы, мы поддерживаем вас, вы реформируете, вы движетесь в правильном направлении. Ну, разве не так? Людмила, это наша власть так представляет. На самом деле вы видели интервью Кальмана Мижея. Да? А кто такой Кальман Мижей? Да. Да. Он достаточно. Ну что достаточно? Оперируем официальными терминами и должностями. Хорошо, да, я согласен, да. согласен. Теперь смотрите, вот этой власти и координатору, который посетил в мае месяце Вашингтон, там у него были... Ну, мы видели фотографии. Да. Мы видели, да. Это очень важно. Наш вывод. Конечно. Наш вывод такой. Ему там повесили на шею колокольчик. Да, потому я читала что, эту да, теорию. Ему повесили колокольчик. Если он собьется с пути истинного, который он обещал следовать, его приведут обратно на путь истинный. А для того, чтобы его привести на путь истинный обратно, если он заблудится и колокольчик прозвенит, его в носу вот кольцо. По-моему, это Настаса говорил. Ну, это... Я вот слышала уже такое, это, да? Это... Ну, неважно. То есть у вас передрал, вы хотите не, сказать? Не-не-не, я не буду этого говорить, не буду говорить. Так, но хорошо. Это метафора. Ну, я читала это удачно, Настаса, да, это удачная говорю, метафора. Да. Это удачная метафора. Теперь для нас эта ситуация не самая плохая. Посмотрите, если бы... Ну, мы это говорили в прошлом году. Не дай бог, чтобы вот... С моей точки зрения, проевропейские силы, которые хотят заменить у власти вот нынешние так называемые проевропейские силы, пришли бы сейчас к власти. Они бы не справились. А вот разумно, чтобы вот этих заставить сейчас делать самые болезненные реформы, чтобы они свой рейтинг убили окончательно. А вы верите, что люди, которые крадут такие деньги, способны делать эти реформы? Ну, вы же видели, вы же сами говорили. Как же так? Кто их надоумил, чтобы во время избирательной кампании превратить миллиард в госдолг? Это же страшная вещь для них, для их имиджа. То есть это... Ну, вы уверены, что вот эти данные, да, о том, что они это сделают, так сильно бабахнут по их кандидату от власти? Да ничего не бабахнут. Да вы что? Абсолютно в этом уверена. Я хочу вам сказать, что их главная надежда на то, что им удастся так разругать госпожу Санду с господином Настаса, что все-таки Марианну Лупу удастся каким-то образом выйти во второй тур. А ну, вот есть там теория, уже... Людмила, есть а теория, вот там уже, возможно, теория, различные которая... Давно уже полгода обсуждается, что для координатора важно, чтобы Мариан Лупова прошел во второй тур, да, но не выиграл, потому что это скандал. Если выиграет Лупу,
что это большая проблема для власти. Вы знаете, они успеют много чего наделать, господин Батсан. Вот смотрите, я все понимаю. Я знаю, какие отношения сейчас у нашей власти с властями Российской Федерации. Я читаю заявления, я слежу за визитами, и примерно я в курсе. Хочет он сказать о том, что Россия такая плохая, вмешивается в наши дела? Расскажи это дома хотя бы. Зачем ты едешь в Вашингтон, да? Говоришь, значит, вот такое вот заявление, потом ты появляешься на первых полосах их американских газет с критикой России. Это как? Это дань модели. Модели колокольчика и кольца в носу. Вот и все. Это дань этой модели. Я просто боюсь, что мы пока свои, этот эксперимент... не избавляйтесь, не избавляйтесь от нас. Мы свои. А если не мы, то тогда. То тогда страшный, очень страшный господин Дадон, там пророссийские силы и так далее и тому подобное. С танками, это настолько, со всеми, да. Мы это прошли уже. Мы это прошли уже. В 2014 году есть там опрос общественного мнения, прекрасно все это иллюстрировали. До мая месяца 2014 года, вот когда людей спрашивали, вот, чего больше всего вы боитесь. Войны в регионе боялись примерно 4-5%. Ну, накануне выборов 35% ну, боялись. Конечно, это была да, такая да. кампания вот, по российской угрозе и так далее. Сейчас они об этом и говорят. Геополитику, не-не-не. Коррумпированная власть, коррупция, да, это плохо. Но есть еще более страшная опасность для Молдовы. Это российская угроза. Конечно. Поэтому закроем глаза на миллиард, на то, что все институты деградируют, только не дадим вот, проявлению российской угрозы. Но это игра, это их технологи только этим и занимаются. Вы знаете, ваше рассуждение можно принимать в том случае, если быть таким оптимистом. Вот вы, например, уверены, что эта власть будет наказана. Вот вы, я не уверен, из что она... Людмила, давайте... Поясните. Я вам поясню. Я говорил что уже на протяжении 15 лет, вот, ну, я читаю Библию. Я человек неверующий, к сожалению. Но я читаю Библию как, скажем так, там все архетипы человеческого поведения и так далее. Вот нет, с точки зрения вот, архетипов... теории Юнга и так далее и тому подобное, мне это интересно. Вот все пророки, все, и великие пророки, и малые пророки, так называемые, говорили о необходимости наказания за неправедные дела. Мы говорим, что у нас патриархальное общество. Я говорю, хорошо, давайте обратимся к гражданам. Граждане, если мы христиане, то давайте вспомнить, что несмотря на то, что всякая власть от Господа Бога, это не означает, что если наша власть коррумпирована, то это наказание Бога для нас. Это означает также, что и мы, как граждане, должны эту власть наказать. Не ради наказания. Наказание нынешней коррумпированной власти – это пример для будущей власти. Смотрите, что вас ожидает. С этими все понятно, с моей точки зрения. Люди должны это осознать. Даже в нашей христианской патриархальном обществе мы должны понимать, что наказание неизбежно. И наказание не там, я не имею в виду, просто в политическом смысле. Те, которые наобещали и наврали, должны из политического процесса потихонечку, через обычные политические методы, избирательные методы, должны быть вынесены за скобки. Здесь ключевое слово «должны». Но да. На то мои граждане, чтобы... Ну, нам ждать осталось с вами недолго, мы посмотрим. Да. Мне самое крайне интересно, как избиратель, какую он даст оценку. Потому что для меня, например, эти выборы... Это еще и отношение вот ко всем тем решениям, ко всем тем законам, которые принимала власть, к тому, как она себя вела на протяжении последнего года, да? То есть, безобразно. Потому что безобразно вела. Ну вот мне интересно, а вы знаете, кто бы что ни говорил по местным выборам, я тоже осталась, например, разочарована. Я среди тех, кто да. разочарован. Потому что говорит, что ну, мы все равно за него проголосуем, потому что мы его знаем. Зная, что уже украли миллиард, люди проголосовали. Да. Они показали свою, да. я не знаю, там, зрелость политическую, свое видение. Не, я знаю, но... я изучал эту... Я разговаривал с своими родственниками, которые мне говорили, родственниками, близкими людьми.
мы ненавидим эту власть, но человек, вот, который их представляет в нашем селе, мы его хорошо знаем, мы хотим, чтобы он был. Но это не транслируется автоматически на выборы национального уровня. Это ошибка. Посмотрим. Хотя вот конвертация примаров и советников делалась исключительно вот под эти выборы, для того, чтобы примары как... Но не забудьте, православная церковь и вот это напутствие патриарха Кирилла было на стороне другого кандидата, который не от власти. Вот. Так что там конкурирующие, скажем так, примары будут, те, которые конвертировались, будут, конечно, поддерживать кандидата власти, но по, скажем так, религиозной цепочке месседжи другие. Я бы хотела вас все-таки попросить, чтобы вы спрогнозировали, как ситуация будет развиваться. Вот, я не знаю, второй тур. И вы сказали одну замечательную фразу, что координатор не заинтересован в том, чтобы ЛУП поясняется. Я вам сразу говорю, я не буду делать прогнозы, хотя у меня есть прогнозы, потому что это неправильно. Я монитор за выборами. Я как гражданин говорю, что те, которые уже были у власти, для того, чтобы была честная кампания, должны сначала отчитаться за ту деятельность, которую они провели в течение 7 лет. Поэтому у меня критическое отношение к тем, которые находились у власти. Но что касается других кандидатов, я по отношению к ним совершенно нейтрален. Поэтому я не буду делать... Я же не спрашиваю вас, вы за Майю Санду или за Анастаса. Я просто хочу, чтобы вы в общем знали. В общем-то, я могу вам сказать, что опрос общественного мнения показывает, что есть, скажем так, две опции. Во втором туре кандидат евразийский, либо кандидат проевропейский. Но проевропейский от нынешней власти или проевропейский альтернативный. Вот то все, есть, что я могу сказать. Ну, это очевидно, исходя из опросов общественного мнения. Все остальное, это я не могу себе просто позволить. Что касается вот, интересов координатора, да, координатор да. Человек не глупый, очень не глупый, человек очень дисциплинированный, щедрый по отношению к тем, кто свои грехи конвертирует в его пользу. И прислуживает и так далее и тому подобное. Поэтому этот человек, с этим человеком надо считаться, надо понимать его ход мыслей. Вот. Я так полагаю, что, будучи человеком не глупым, он хочет всем показать, что, ребята, смотрите, хотя мы контролируем все, но вот кандидат оппозиционный, скажем, пророссийский, может выиграть эти выборы. А это означает, что проевропейская власть должна быть поддержана, скажем, партнерами по развитию, чтобы вот те, которые победили на президентских, ну, это досужие такие, ну, сценарии, которые уже рисуются, начиная с марта месяца, да, вот когда было, это совсем неплохая стратегия. И я полагаю, что партнеры по развитию скажут, да, действительно, вот есть смысл поддержать вот плохих проевропейцев, потому что по-другому вот появится очаг напряженности в тылу Украине. А Украина – это очень важный партнер Запада, просто потому, что был подписан Будапештский меморандум, и у Запада есть обязательства перед Украиной. Ну, так сложилось. Теперь мы не будем рассуждать, плохо это или хорошо, но вот... Ну, такой ситуация ход, такова, такой, да, ситуация такая, что да, и западные партнеры могут сказать, ну что делать. Поэтому выгодно координатору, чтобы во второй тур обязательно прошел кандидат от нынешней власти. Это будет означать, что проевропейская альтернатива слабее. Поэтому для Санду и Настаси жизненно важно определиться с единым кандидатом. И это еще не обеспечивает им переход во второй тур. То есть это автоматически не плюсуется, да? Но это будет очень сильный тандем, если очень сильный тандем с очень серьезной претензией на то, что к предстоящим ординарным или экстраординарным парламентским выборам они могут дать очень серьезный бой.
Вот, это набирание опыта. Потому что ситуация исключительно интересная. Исключительно интересная. Что вы имеете в виду исключительно? Кто из них? Те, которые, если ни один из кандидатов альтернативных проевропейцев не пройдут, они не должны опускать руки. Они, наоборот, должны наращивать, скажем так, политическую деятельность. Но мы говорили, идет ведь дело не только в этих выборах президентских. Изменение всего политического спектра. Поэтому мы говорили об этом. Да, на левом фланге там уже изменения произошли. На проунионистском они там очень бурно развиваются. Вот остался сегмент проевропейский. Кто победит? Ну, мне кажется, что еще очень много будет зависеть на самом деле. Я бы поставила вот так вот в своей градации, что очень важно, чтобы эти люди, которые вот в правых, чтобы они все-таки действительно определились, потому что я не знаю, ну, я не верю. Я не верю в то, что на левом фланге то, что происходит, необходимо было вот так вот мериться на этих выборах. Я не верю, что вот правые договорятся. Ну, а у неонистов, знаете, Михаил Федорович здесь проиграл. Игра верю, не верю, не в том. Это живые люди с интересами. Важно, чтобы эти интересы, и партийные, и личные интересы, не вредили обществу. А между ними, что идет эта борьба между Дадоном и Усатым, между Санду и Настасией, это нормальный процесс. Это нормальный процесс. И борьба между Гимпу и Анной Гуцу тоже нормальный процесс. Я сожалею, что госпожа Павличенко не прошла регистрацию, потому что, чего бы там ни говорили, но у госпожи Павличенко наиболее разработанная унионистская тематика. Она действительно этим занималась. А у кандидатов, которые зарегистрировали, более поверхностно, с моей точки зрения. Не могу ничего хорошего сказать про унионистскую тематику, извините. Ну, это мое мнение, моя точка зрения. Это реальность. Да. Мы не можем закрывать глаза на реальность. Мы не можем. Феномен, о нем надо говорить. Нет, просто об этом надо говорить, нужно помнить конечную цель. Да? Этой унионистской тематики, к чему мы можем прийти. Благодарю вас за эту беседу. Наше время уже, к сожалению, вышло. Мне было интересно. Давайте дождемся результатов выборов, и потом, возможно, я приглашу вас на интервью, и мы проанализируем. Спасибо. Хорошо? Вам, да, с удовольствием. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.